можно рыть дальше. Насколько мне ее удлинить? Да, наверное. Наверное, с того. С того стекла. Наделаю, наверное, панелей стеклянных. Панели стеклянных. И надо еще песка надыбать. Песка нет вообще. Так. Панельки, панельки. Водичку, водичку где мне сделать? Чтобы была... Ящички надо было поставить. Поставим здесь, будем складывать здесь зернишко. Зернишко. Но стекло мне здесь не нужно. Стекло лишнее. Так, факелы здесь тоже лишние. Да, лишние факелы тут, но... Ямку юркнуть сразу. Что бы ты ни рыл, они сразу туда юркают. Так, яйца нету места, да? Зерно. Все, больше ничего не надо. Яйца давайте сюда. Есть один пришелец. Ну, пока я с вами тут беседую, вы уже созрели. Стоять, стоять, стоять. Созрели. Так, нормалек. Наверное, здесь вторую калитку надо сделать. Вторую калитку. Ко-к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 о. Ее уже можно сделать на нажимной. Если даже за это выбежит, то они, по-моему, прыгают к своим сразу. Если они сиганут, то они постараются вернуться обратно. Булыжник застрял. Так, и что, мы прокопаемся чуть-чуть. Еще на два кубика.
два кубика. Да, надо же, блин, этот самый. Я все никак не могу закончить эту миссию. Сделать столик энчентнутый. Наконец-то. Наконец-то. Наконец-то доделать его надо. Доделать то, что не начал. Так. Отлично. Отлично. Пищать, пищать. Ага, здесь у нас уже. Здесь у нас уже все. Подождите, а это что? Это стенка, которую можно заложить. По низу бегает. Так, здесь мы, значит, сделаем так. Вот. А здесь можно доверху закласть. Кто-то куда-то попал. Куда-то попал кто-то. Вот тут у меня сделана такая ерунда для пауков специально. Они сейчас вылезти не могут. А раньше можно было здесь их подкашивать немного. Лишние паучки вылазили, и можно было их попинать. Тейкс, все. Поставь здесь дверь, что ли? У меня дверь как раз есть. Лишняя дверь. Лишняя дверь. Куда мне ее поставить? Здесь, наверное. Тейкс, а если я здесь сделаю... Нет. Ага. Замечательно. Замечательный вариант. Да где же эта лестница-то, а? Если я здесь поставлю лестницу. И на лестницу поставлю дверь. На лестницу она не ставится. Тоже классно. Только на ровный кубик. Тогда что? Тогда мы сделаем лестницу здесь. Ставим кубик, ставим лестницу. Ну да, здесь лестница тоже. Блин. Не то. Прикольно, но не то. Ха. Не то, не то. Хотя... Бежишь такой, хоп. Нормально, в принципе. Что-то такое прикольное, прикольное, да. Что-то прикольное такое. Один вырос. Один вырос. Ну, сколько у вас уже наплодилось? Ах, ни одного. Сколько у вас наплодилось?
Это что ж такое? Вот. Вот, значит, тут лестницу поставим. Бегают они, кошмар, своими лапами. Поедим. Так, и что? И будем делать бумага. Бумага, почему я бумагу не могу сделать? Потому что тростника нету. Почему нет тростника? Да потому что нету. Просто. Ждем, значит, это самое. Ждем. Пока тростничок подрастет. И не понял, что это. Глина. Тык. И нам нужен песок. Потому что. Потому что все стекло у меня. И весь песок ушел вот на этот проект. На вот эту стеклянную оранжерею. Не сильно много было песка, но все, что было. Все, что было, все потратили. Как-то надо здесь по-другому сделать. Немножко как-то не подходит оно. Не то. Так. Ладно, приляжем. Устал что-то я. Так, и все. Бодры и полны сил. Отправляемся на новые приключения. Так, что у нас там? Что у нас там с этим? С тростником. Что? Опять кто-то сдох. Кто вас? Где он? Не понял. Где они внизу? По-моему, мне вынесли только что дверь. А какую? А, вот он. И сейчас вторую вынесу. Ого, откуда они здесь? Не понял. А что случилось? Не понял я такого поворота. Как они могли просочиться? Там выхода нету. Они не могут просто пойти погулять. Это невозможно. Это меня убило.
Так, что они мне там накидали. Так, пойти надо скинуть что-нибудь в ящик, который я уже не могу подбирать ничего. Каким они образом вообще тут очутились? Каким образом, я вообще не понимаю. Это, конечно, приятно, что их много. Да? Как они попали в это помещение? Лимофон, взрывную устойчивость и подводник один. Можно под водой плавать? Там какие-то это самые лопаты видел у них в руках. Как они попали вот в это помещение? Откуда? Это невозможно просто. Только не говорите, что еще один ходит. Тут выхода нету никакого вообще. Да, надо. Надо на улице ставить железные двери. Потому что если меня зомби вынесет дверь, то за ним может зайти и крипер. Что стеклянные панели с собой ношу, да? Так, мне нужно. Мне нужно, мне нужно. А, придется домой идти. Блин, поставил, молодец. Панелью орудовать неудобно. Так, картошку все это надо скинуть. Картошки уже 3 штуки. Что я тут надыбал? Это. Так, стекла. Разбитых лука. Угу. И там у нас валяется тростник. Посадим, а 3 мы используем для одной книжки, которую нам нужно для стола. Для стола нам нужна всего 1 книжка. Так, запульнем. Есть 1 космонавт. Так, землю кинем здесь. Так, 3 есть. Листочка. Шкурка 1, по-моему, да, была? Книженце. Так, и у нас этот у нас наверху.
нам нужен один. Нет, нам нужно два алмаза. Два. И... Но толку мы его сделаем. У нас все равно книжек больше нету пока что. Пока что книжек нету. Ну, стол мы можем сделать. Стол мы можем сделать. И найти для него место. Вот так вот пусть будет. Так, и теперь будем ждать остальные книжки, чтобы наделать полочек. Так, где мне заделать комнату? Может быть, здесь какой-нибудь с окнами, выходящими вот сюда.